Пора с ним разобраться. Черт, тут не пройдем. Эй, подсади. Иди сюда. Снова люди Роберта. Да, я вижу. Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Надо разведоточиться и не дать им проскочить. Я был тут, на Джордан-стрит, и вдруг появились солдаты. Вели пятерых гражданских в наручниках. Сейчас угадаю. Цикады? Ага, поставили к стенке и бац-бац-бац, всех перестреляли. Ни хрена себе. А, говорят, во всем городе так. За них круто взялись. У меня там брат. Серьезно? Ага. Хочет мир спасти, придурок. Давай осмотримся. Мы перенесли ящики на южный склад. Все припасы под замком. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? С кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Приятно. Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Да, ты прав. Пошли, пристань вон там. Разберемся с ним.
Вон он ходит. Живой пока, ублюдок. Ну все, пошли. Сначала мы потеряли агентов на севере, потом на юге. Теперь вообще непонятно, с кем торговать. Жрать захочешь, наймешь себе охранника, куда деваться. Давайте по-тихому. Их тут полно. Спасибо. Это еще что? Кто здесь, вашу мать? Где этот хрен? Поищу тут. Неплохо. Держи его! Береги! Похоже, Роберт спрятался в этом офисе. Пошли. Наса! А ну, Наса! Мы хотим поговорить! Идите нахер с такими разговорами! Убери пушку! Нахер пошли! Удирает! Роберт! Сюда! Очки взяли! Привет, Роберт. Тесс, Джоэл. Мы ведь без обид. Ну что ты? Хорошо. Мать твою! Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Да. Тут... Есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... Черт! Стой! Хорош орать. Говори. Я продал их.
Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого пушки? Не могу. Дайте пару дней. Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их цикадам. Что? Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Ну что, перебьем этих лохов? Нам расплюнуть. Это плохая идея. Ну, что дальше? Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Ну вот, сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Паршиво выглядишь. Где Роберт? Он был нужен живым. Пушки, что он продал, они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Нам нужны эти пушки. За мной. Нужно уходить. Быстро. Пусти его. Хочешь сделку? Пошли. Сюда. Я знаю, где можно обойти. Пошли. Твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. Джоэл, помоги мне. Эй, как ты? Выживу. Стойте, солдаты. Вон выход. Дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Все, пошли. Нужно добраться до двери.
веселье пропустили. Этот мой. Вы кругом обойдите. Плевать. Хорошо, не шумите. Даже от тебя есть толк. Так, осторожно. Сегодня их много. Туда и дорога. У нас тут потери! Осмотреть все! Обходи его! Дерьмо! Черт, это же Уоррен. Прощай, друг. Нам пора, Марлин. Наверняка еще на солдат нарвемся. Точно. Идем. Уже недалеко. Скорее нам сюда. Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Я покажу. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Джоэл, помоги мне. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Отпусти! Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь.
но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, я на что? Это не подписываю. Ты что? Я с ней не пойду! Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Пошли.